мои солнышки. Пока я тут в Дагестане, понимаете ли, страдаю, скучаю, мой муж скидывает мне видеоролики. Снимал, кстати, он специально для моего канала видеоролики, как он вкусно завтракает. О, озеро, по-моему, какого-то. Представляете, у меня такая ностальгия по турецким завтракам. Ну, естественно, для меня самая вкусная, самая лучшая еда – это моя еда на родине. Но все равно с турецкими завтраками, ну, ничто не сравнится. Я всегда говорила, что турецкие завтраки – это самое лучшее, что есть в Турции, наверное. Если не считать моего мужа для меня. И он скинул мне несколько роликов. Я их смонтирую обязательно в этом видео и выложу. Ну, конечно, они без разговора, он просто снимал, показывал. Оцените, пожалуйста, какой оператор из моего мужа. Он старался очень сильно. Он сказал, а ничего, говорит, да, что я ничего не разговариваю, и видео такие без общения. Твои зрители будут такое видео смотреть? Я говорю, мои зрители будут смотреть все, что я снимаю, потому что им это интересно. Из-за того, что им интересно, поэтому они приходят на мой канал. Вот. Так что не судите строго, посмотрите дебют. Kedi yalnız. Ne yapalım abi? Orada ya bir yanına gidiyorum. Ha.
Sen ne yapıyorsun? Aldın mı biletini? He. 3'te biniyorsun abi. He. Hadi inşallah abi ya. Tamam abi. Senden haber bekliyorum ben abi. Hadi görüşürüz. Итак, решила я пойти в магазин «Детский мир». У нас был раньше магазин. Надеюсь, он сейчас тоже функционирует. Хотя бы там посмотрю колясочки. Господи, что они все сигналят? Там пробка. Что случилось? А, нет, не пробка. Сейчас должно просто... Кто-то из правительства проезжает. Сейчас... Ну все, проехала, сейчас дорогу, как говорится, откроют. Все. Вот такое неудобство. Так, идем. Видите, за какую-то минуту вот такая вот пробка здесь образовалась. Так, вот он, когда-то в моем детстве он назывался «Детский мир», но сейчас это, оказывается, торговый комплекс «Фестиваль». Никаких магазинов, колясок, конечно, я там не увидела. Так, здесь поблизости есть еще два магазина детских. Один из них я вам как-то уже снимала, поэтому сейчас пойду туда и там посмотрю. Вот. Эту аллею я вам не снимала, но таких аллей у нас по Махачкале очень много, в принципе, что это, что другая, они особо не отличаются. Еще мне нужно в отделение Сбербанка, у меня наличные деньги закончились, слушайте, это просто нечто, насколько быстро заканчиваются наличные деньги у нас в Махачкале. Честно скажу, здесь все очень дорого. В Турции жизнь намного дешевле. Я не знаю, я выхожу в город, например, и у меня 2500 рублей, как будто бы и не было. Вроде бы ничего не покупаешь, ничего не делаешь, но деньги такая вещь, такая зараза. Вроде бы выходите из дому вместе, а возвращаетесь вы одна. Вот. Сегодня у нас... Какой день недели? Сегодня среда, 20 число. Тепло, очень хорошая погода. Уже, по-моему, пляжный сезон открыт. Народ уже купается, если не ошибаюсь. Обедала, но не стала снимать вам. Честно сказать, я последнее время свои трапезы особо не снимаю. Сейчас направляюсь в район, где... Про что мое детство? Мне просто я оказалась не очень далеко от этого района, и мне стало интересно, что же там изменилось. Может быть, что-то изменилось. И заодно хочу зайти туда к подруге, там к своей подруге и встретиться с ней. Я ее очень давно не видела. Позади меня русский театр. Хотела сегодня еще зайти в нашу республиканскую библиотеку. Одна из моих зрительниц... О, там шумят. Одна из моих зрительниц говорила, что там работает, и давала мне свои контакты, но она почему-то не ответила на мой звонок. Видимо, незнакомые номера не поднимают. Вот.
Так что сегодня в библиотеку я не попадаю. Но зато пойду поностальгирую. Привет, привет, мои лапульки. У нас ночь на дворе. Я уже готовлюсь ко сну, так как завтра рано вставать. Хотела что сказать? Поблагодарить вас всех хотела за моральную поддержку, которую вы мне оказываете. Постоянно получаю в личку письма, сообщения, точнее, с поддержкой, с пожеланиями здоровья мне и малышу. Честно, мне очень-очень приятно. Я прошу прощения, что я не отвечаю на все комментарии и сообщения. На самом деле у меня физически времени нет на это. Я не хочу сказать, что «Ой, мне так много пишут, я не успеваю». Нет, дела не в этом. Сейчас я на самом деле не успеваю. Ну, пишут немало. Сейчас я только и делаю, что бегаю туда-сюда по поликлиникам с этими анализами и так далее. И завтра буду ложиться. И, конечно же, у меня не будет возможности там монтировать видео там и так далее, вам что-то новое. Ну, что-то я там, конечно, в роддоме буду снимать. Ну, что можно снимать в роддоме? Поэтому хотела заранее вас всех поблагодарить. Ваша поддержка мне дает, знаете, очень много сил, энергии двигаться вперед. Я, в принципе, человек очень жизнерадостный, целеустремленный, и всегда в моей голове всегда позитивные мысли. Всегда. Я никогда не жду худшего от жизни. И всегда довольна тем, что есть, да? Но когда мне столько поддержки поступает, ну, я не знаю, у меня прям крылья за спиной вырастают. Я понимаю, что в этой жизни возможно многое. Главное – захотеть. Вот. Поэтому, мои хорошие, я хотела вас поблагодарить. Камера шатается, я даже держать ее нормально не могу. Я хотела вас поблагодарить за то, что вы со мной с самого начала. Есть у меня такие подписчики, которые с самого начала почти канала, моего существования, моего канала до сих пор со мной и не разочаровались во мне. Есть такие, конечно, которые были со мной, но после какого-то очередного моего видео, высказывания или интонация им не понравилась, или еще взгляд какой-то не понравился, они разочаровались, есть такие тоже. Я никого не держу, всегда об этом говорю. Разочарованным я всегда говорю, у меня выход там же, где и вход. Поэтому не насилуйте себя, если что-то вам неприятно, вам не моя манера поведения, разговора, моя фальшивая двуличная жизнь и так далее. Не насилуйте себя, зря не смотрите. Вообще, я считаю, жизнь нужно тратить только на положительные эмоции, на свое время. Оно такое драгоценное, и жизнь настолько быстротечна, и тратить его на людей, которые вас раздражают, которых вы ненавидите, я считаю, это глупостью. Поэтому тратьте свое время только лишь на людей, которые вам приятны, которые приносят вам позитив, позитивные эмоции. Я так и делаю. И вот вам тоже этого совета. И мои позитивчики, мои солнышки, еще раз я вас благодарю. Пусть вот я не могу каждому ответить, поэтому сейчас видео ответ вам снимаю. Пусть в вашей жизни сбудется, знаете, хотя бы малая часть того, что вы мне пожелали. Столько всего мне было пожелано, желаемо, не знаю, как сказать. Столько всего мне нажелали мои девочки, поэтому я говорю, пусть Всевышний поможет осуществить хотя бы какую-то часть вот этих всех желаний, пусть в вашей жизни тоже будет все очень хорошо, все. Искренне желаю вам этого. Люди с добрым сердцем, с чистыми помыслами должны быть просто, они просто обязаны быть счастливы, обязаны. По-другому не может быть. Человек с чистым сердцем, он не может быть несчастным. Просто, ну я не знаю, как это так. Человек, у которого чистое сердце и душа, и помыслы, и
он несчастен. Такого не бывает. Он счастлив. Он счастлив только лишь от того, что он каждое утро просыпается, видит солнышко, дышит этим воздухом, видит это голубое небо, тех птичек, которые поют. Из-за того, что вот это все видит, ему даже этого хватает, и он благодарит Всевышнего за то, что он живет, за то, что он сегодня проснулся, за то, что он здоров, за то, что здоровы его родные и близкие. Ладно, начала за здравие, опять ушла куда-то в сторону. Я хотела просто лишь поблагодарить своих позитивчиков, а меня тут занесло. Вот, мои хорошие, я вас благодарю всех. Еще раз прошу прощения, что каждому из вас не отвечаю, не могу сейчас. Мои хорошие, я даже на YouTube захожу сейчас, можно сказать, в день, а так забегаю, выбегаю. Так часто, как раньше, так столько времени, как раньше, я не провожу на своем канале. Вот. Ладно, закрываюсь, мои хорошие. Всем спокойной ночи, если у вас ночь. Хорошего и доброго дня, если у вас день. Берегите себя. Любите себя и своих близких.